Сегодня мы проводим тренажерную подготовку летного состава. Я сегодня буду в качестве обучаемого. Мы находимся в центре подготовки компании Boeing. Находится он в Сколково. Порядок выполнения тренажерной подготовки заключается в прибытии экипажа в тренажерный центр. За час до начала полетов мы проводим предполетный брифинг, предполетный. Разбираем задачи, которые будут поставлены в данной сессии. Оценивается уровень подготовки пилотов к данной сессии. Уделяем внимание конкретным вопросам, которые будут разыграны в сегодняшней сессии. И спускаемся в кабину нашего замечательного тренажера. Что касается тренажерного устройства, мы находимся перед тренажером Boeing 777, замечательный тренажер, уникальный тренажер, сделанный по последнему слову техники. Тренажер является полной копией воздушного судна, кабины воздушного судна, и благодаря ему мы можем задачи выполнять, которые мы выполняем в реальных условиях, а также можем моделировать выполнение задач и программ, которые связаны с отказами и с нестандартными ситуациями. В тренажере отрабатываются как обычные процедуры, нормальные процедуры, так и действия в особых случаях. Также мы отрабатываем заходы на посадку, взлеты в различных погодных метеорологических условиях. Дождь, снег, гроза. Full Flight Simulator – это уникальное устройство, которое полностью моделирует условия полета, создает полную реальность, ощущение в реальной кабине, повторяя все эволюции самолета, и при этом это очень реалистичный тренажер, и поверьте мне, концентрация требуется так же, как и на настоящем самолете. Все, что связано с отработкой особых случаев, это все очень реалистично и соответствует работе всех систем самолета. После взлета произошли проблемы с гидравлической системой, мы выполняем сейчас полет в зоне ожидания, и после этого подготовки к заходу на посадку мы выполним посадку в аэропорту Шереметьево. Основная задача наша, чтобы в процессе тренажерной подготовки выработать навык работы в нештатной ситуации, которую иногда невозможно встретить в течение всей жизни. Тренажер позволяет отработать все аварийные ситуации до мельчайших подробностей, выработать устойчивый навык исполнения этих ситуаций. Ну, а также помогает потом в реальных полетах, в реальной жизни, в случае, если такая ситуация случается. Конечно же, бывают такие ситуации, когда ты погружаешься полностью в реалистичность картинки и переживаешь все те чувства, которые, возможно, могут произойти с тобой на реальном самолете. Все зависит от мастерства инструктора и от того, насколько сложная задача. Оцениваются максимально все навыки. Компетентность пилотов, взаимоотношения пилотов, это, так сказать, CRM или человеческий фактор. Выполнение процедуры на вторую группу разрешается. Инструктор оценивает технологию работы экипажа, выполнение правильных действий и мастерство пилотирования. Согласно нашим правилам подготовки, тренажерная сессия проводится два раза в год с интервалом 6 месяцев. Каждая сессия длится 4 часа в день. Закладывается на тренировку 2 дня. В общей сумме получается 8 часов, и 16 часов мы получаем в год. После завершения тренировки мы также проходим в класс для дебрифинга, после полетного брифинга, где уже мы делаем заключение по сегодняшней тренировке.